От этой новости зарыдала вся страна. Буквально 5 минут один из российских телеграм-каналов сообщил нам об этом. Нам стало известно о том, что эпатажный шоумен и музыкант Стас Борецкий попал в ДТП в центре Петербурга. Авария произошла сегодня утром на перекрестке улицы Потемкинской и Воскресенской набережной. Как сообщили очевидцы в паблике ДТП, шоумен ехал на машине отечественного производства и догнал иномарку. Теперь оба участника аварии дожидаются приезда сотрудников ДПС. На перекрестке Воскресенской набережной и Потемкинской Стас Борецкий на 14-й догнал Range Rover, написали очевидцы. Сам Стас Борецкий получил травмы, но по всей видимости незначительные. Он признался прохожим, что разбил колени. При этом шоумен вышел из автомобиля и осмотрел степень механического повреждения своего автомобиля. Давайте, друзья, поддержим Стаса Борецкого. Будем надеяться, что всем все будет хорошо. Давайте подпишемся на наш канал, ведь только у нас вы можете увидеть свежие новости из жизни звезд шоу-бизнеса. Смотрите нас и будьте всегда с нами, дорогие наши зрители YouTube канала.